В региональном центре «Аванпост» завершилась вторая смена оборонно-спортивного лагеря «Ратники». Вместе с тюменцами ее проходили ребята из Краснодона Луганской Народной Республики. Дети, которым пришлось взрослеть очень рано. Учимся в республиканской вахте памяти, пост номер один. И получается, мои бывшие сокомандники, которые были раньше начальниками штаба, они сейчас находятся на передовой. Провести лето в Сибири ребятам из Причерноморского юга поначалу казалось спорным удовольствием. Тюмень сумела их разубедить. Мы познакомились со многими ребятами, все очень радостные, счастливые. Видеть эти лица, особенно на дискотеке, очень много знакомств. И мне закончим общение. Это обычные дети. Такие же, если его поставить рядом с обычным ребенком, такие же дети. Позитивные, веселые, жизнерадостные. Краснодонцы провели в лагере «Аванпост» уже две смены. Сейчас готовятся к третьей.